12 апреля 1961 года – это памятная дата не только в нашей стране, но и во всем мире. 78 лет назад наш космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе. В Славянском районе в этот день прошло сразу несколько праздничных мероприятий. Для школьников в кинотеатре «Кубань» был организован показ художественного фильма «Время первых», рассказывающий о первом выходе космонавта в открытое космическое пространство. Перед началом показа перед ребятами выступил педагог Центра дополнительного образования Сергей Неделько, который вместе со школьниками изучает космические программы, считает, что сегодня многие могли бы реализоваться в этой сфере. Что такое космос? Для чего он человечеству? Почему мы празднуем этот день? Конечно, это там вакуум, среда, там, где находятся космические тела, в том числе наша планета, Солнце и все остальное. Это с одной стороны. А с другой стороны, это сфера человеческой деятельности, которая в себя включает какие профессии, как вы думаете? Ну, космонавт, понятно, да? Программисты. Программисты. Кто еще нужен в космосе? Врачи. Врачи, биологи, психологи. Зоологи. Проектировщики. В общем, если вы посмотрите более тщательно, то оказывается, что кем бы вы ни хотели быть в жизни, вам найдется место в космосе. То есть любые профессии там применимы. Продолжились праздничные мероприятия в Северном парке. Там в честь Дня космонавтики прошел космический марафон под девизом «Будь первым». Организаторами выступили Центр патриотического воспитания молодежи имени генерала Геннадия Трошева совместно с районным управлением по делам молодежи. Привет, самая активная спортивная молодежь Славянского района. Спасибо вам огромное, что, несмотря на сгущающиеся тучи, вы принимаете участие в нашем мероприятии. Хочу пожелать вам всем здоровья, вести здоровый образ жизни, призывать своих сверстников, ровесников, потому чтобы они тоже вели здоровый образ жизни. Желаю всем помнить памятные даты нашей истории. И давайте вместе строить новую историю, которую потом также будем мы с гордостью вспоминать наши дети и внуки. Участниками космического марафона стали студенты Славянска на Кубани и молодежь сельских поселений. И вот сказаны все напутственные слова. Проведена разминка. Участники на старте. Космический забег начался. Ребятам необходимо было пробежать 1961 метр. Это год первого полета человека в космос. И здесь важно было быстрее всех преодолеть это расстояние и, как Гагарин, стать первым. Поздравляю человека, который пришел первым, но я поздравляю каждого из вас, потому что прийти на финиш – это уже быть первым для себя. Вы все классные, вы все молодцы, и у нас для вас еще есть несколько небольших сюрпризов. Вы готовы? Да! Прекрасно! Сюрпризом оказался спортивный флешмоб «Здоровый образ жизни». Участникам необходимо было больше всех отжаться. Победители были отмечены брендированными футболками. Вот так ярко, спортивно и весело отметили День космонавтики в Славянском районе.